Итак, здравствуйте, уважаемые. Сегодня у нас на обзоре новейшие часы модели Golden Hour GH103. Вес этих часов 100 грамм. Стоимость данных часов 980 рублей 71 копеечка. На то время часы пришли вот в такой вот в таком вот целлофане и вот с такой вот инструкцией. Инструкция здесь на испанском, инструкция на китайском, японском, наверное, и слава богу, есть инструкция на английском языке. Вот она. Ну тут вообще все понятно, все стандартно, абсолютно стандартно. Настройки часов стандартные вот по всем китайским часам. Здесь написано, что это Golden Hour, золотые часы, модель золотые часы. Здесь написано, что это кварцевый механизм, что это все сертифицировано, что это все водонепроницаемо. Но, как говорится, тут не знаю, не стал я проверять на водонепроницаемость опять. Не хочу, поскольку пытался открутить, видите, эту крышку заднюю, тут даже немножко поцарапал часы. На самих часах, кстати, написано, что это water resistance 100 футов, но на самом деле у продавца написано сначала водонепроницаемость 3 бара, потом 30 бар, но в итоге он не рекомендует ни купаться в них, ни нырять. По настройкам. Кнопочка по подсветке, светятся только экранчики зелененькие, вот как вы видите. Кнопочка мод, это выбор мода, это часы, это секундомер, это будильник и настройки, собственно, часов, минут, будильника и обычных часов. Часы, значит, аналогово кварцевые, внутренний циферблат, боковой циферблат, который на безеле находится, это сделан с тахиметром. А стекло, собственно, хардлекс, как говорят китаец. Оно немножко выпуклое, оно не плоское, оно выпуклое, поэтому немножко такой увеличительный эффект делает. А в часах выставляется день недели, дата выставляется, будильник. Может выставляться час, пикается час, значит, отсчитывается час. На самом циферблате присутствует еще, собственно, 3 циферблата, 4 даже. Это день недели. Здесь секунды, 1/100 секунды. Здесь показывают либо что часы стоят в часовом как бы пикании, либо стоит будильник. Окошечко, которое показывает, собственно, время электронное, дату показывает и секундомер. Вот, показывают, как настраивать, я их не буду, они стандартные. Что у них таких особенно, почему мне приглянулись часы? Потому что, во-первых, вот здесь видите, здесь такая большая головка, она имитирует водонепроницаемость для перестановки часов аналоговых. Аналоговые сами по себе часы переставляются довольно легко, одно положение головки, ну и нормально крутится. Здесь какие-то нанесены на них кнопочка выбора моды, это кнопочка настройки. И эта кнопочка тоже, собственно, настройки. Все комбинации этих кнопочек настроены, написаны в инструкции, но все там очень стандартно. Там лучше ничего такого особенного нет. Несмотря на то, что присутствует вот такой вот красотень такая вот с этим, с пристегнутым, значит, закручивающимся ремешком, здесь полностью отсутствуют какие-нибудь резиновые соединения, здесь их нету. Поэтому здесь это не герметично, скорее всего. Крышку открыть не смог, даже поцарапал часы, но просто не хочу дальше раздалбливать их, зачем, может быть, кому-то подарю. На обратной крышке опять написано, что это уникальная коллекция, что это водонепроницаемые, что это, в общем, супер качество, что здесь стоит японский механизм, не знаю, все это так написано. Дальше, ремешок. Естественно, из кожи китайских драконов.
Но сделан, ну, мне кажется, все-таки грубовато. Как-то грубовато немножко сделано. Хотя часы такие, сами по себе, такие достаточно брутальнейшие. Сейчас я покажу, как они на мини будут сидеть. Так. Сколько время? Ну, кстати, ничего, мне нравится. Вот немножко ремешок подкачал. А так, секундная стрелочка с красненьким кончиком. Достаточно видимые все вот эти вот как аналоговые, так и цифровые части. Поэтому смотрите, если вам интересна такая модель часов, покупайте. Ссылочка на продавца будет под видео. Что еще про них не сказал? Толщина у них 16 мм. Диаметр самих часов 44 мм. Диаметр по стеклу это 38 мм. Расстояние между проушином это 21,8 мм. Пишет, что это, конечно, кожа, но, видимо, каких-то интересных зверей. Ладно, ну, кожа так кожа. Как говорится, на заборе тоже написано, а там дрова. Вот, собственно, такой вот обзорчик. Смотрите, если кому-то интересно, заказывайте. Продавец, в общем-то, нормальный. Посылка шла 24 дня, стоимость этих часов 980 рублей. Меня смущает вот эта вот застежка. Это все, конечно, дерется. Да, есть два цвета этих часов. Черные и серебристые. Я взял черные. Ну, посмотрим. Посмотрим на них, что они будут из себя представлять. Вот. На этом наш обзор такой мини закончен. Ну и до новых встреч. Есть очень. Пришли еще двое интересных часов. Поэтому есть о чем рассказать. До новых встреч. Всем здоровья, счастья. Пока.